Ирина Сухенко впервые пробует свои силы в конкурсе профессионального мастерства. Женщина работает воспитателем 5 лет. Когда я стала работать на старшей группе, это с сентября месяца этого года, и мы стали внедрять в наш образовательный процесс обучение формирования финансовой грамотности. Ну, как-то все сложилось, и когда вот стал выбор темы, я уже понимала, какую тему я возьму. Обучение формирования финансовой грамотности. То есть детям эта тема очень интересна, хоть она и новая, но она их очень увлекает. Однако сложности все же есть. Свои конкурсные методики воспитатели демонстрировали в работе с детьми, которых видели впервые. Всегда идти на чужих детей страшно. Но когда дети заходят, забываешь обо всем, видя их глаза, участвуешь в их процессе. И уже не думаешь, чужие они или свои. Главное, чтобы было им интересно. Мне кажется, что удалось все, что было запланировано, все и выполнили. Ребятишки молодцы. Для конкурсантов равные условия. По регламенту у воспитателей есть 20 минут для проведения открытого занятия. Тему педагоги выбирали сами. У всех очень интересно, разнообразно. Каждый подходит, у каждого свой индивидуальный подход, свои наработки, навыки, потому что у каждого есть свой опыт, стаж и соответствующая категория квалификации, которая позволяет им это осуществить. Результаты заочного и первого очного этапа объявят 16 февраля. Впереди еще 2 этапа. Победители конкурса профессионального мастерства «Педагог года» объявят 25 февраля. Алла Ислаева, Данила Индюков. Новости Губкинского.